помощью вашей создан рейтинг трезвости муниципальных образований. Над ним работала команда сотрудников Республиканского наркологического диспансера и Министерства здравоохранения Чувашии. Этот документ включает в себя показатели, которые характеризуют напряженность алкогольной ситуации в разрезе наших муниципальных районов. И поэтому любой человек, прежде всего руководитель муниципального района, оперируя этими цифрами, может понять, как строить реальную профилактическую работу в своем муниципальном образовании. В основу рейтинга легли такие факторы, как демографическая ситуация, социальные и медицинские показатели за последние 3 года. В результате каждый район по этим показателям у нас проинтегрирован, проанализирован и составлены карты напряженности алкогольной ситуации в том или ином муниципальном образовании. То есть, если район попадает в зеленую зону, значит, ситуация оценивается как удовлетворительная, в желтую – напряженная, а если красная – это очень крайне напряженная ситуация. Так, в красной зоне оказались город Канаш, Канашский и Красночитайский районы. В желтой зоне – Новочебоксарск, Шумерля и основная часть районов республики. В зеленую зону включены Чебоксары, Красноармейский и Бресенский районы. Деление на зоны не говорит о том, что там пьют больше или меньше. Все-таки речь больше о последствиях употребления. В целом рейтинг создан для того, чтобы на его основе строить территориальные профилактические программы, воздействовать на местные индикаторы неблагополучия. Основа профилактики – научить человека жить и радоваться без алкоголя. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.